Вот, закрываю дверь, иду мусор вынести. Ой, я из своей квартиры вышла. Вот она, иду. Ой, у нас саки вымыли. Ой, гляньте. Гляньте, саки вымыли у нас. Ой, кухонную гарнитуру убрали. Гляньте. А где ж теперь жители будут жилетово кушать? Ой, где? Ой, гляньте, художественную школу убрали. Ой, это все было новое. Это все было новое. Вы хотите сказать, из красных домов пришли, что ли? Естественно, это наше все здесь жилето. Сообщаю. Гляньте. Когда я позавчера этот ролик сняла, это на второй этаж поднимаемся, мне лично подошли с общаги и сказали, на втором этаже у них чистота. У них чистота, там все моют полы, соблюдают чистоту. Я вам уже показывала. Гляньте, у них какая чистота. У них чистота постоянно. На втором этаже. Стены не разрисованные, гляньте. Гляньте, у них чистота. Они моют полы. Только провода вот. Хотите, вешайтесь. Хоть даже дядь Вова полы моют. Гляньте, у них стены не разрисованы. Только провода. Вот, видите? У них стены не разрисованы. Мне лично сказали, сообщали, на втором этаже все моют полы, соблюдают чистоту, даже ведь дядь Вова моет. Вот так. А у нас на первом только головы кверху, и как будто они воры в законе. А? Из грязи князи, блядь, поднялись. Второй, первый этаж. Угу. Зачем мне это нужна стенка? На каком основании поставили? Я теперь тоже своим подписчикам скажу, они мне на кирпичи купят, я тоже поставлю перегородку. Я тоже незаконно. Зачем они поставили? Мне не нужна. Дверь открыта, замка нет. За эту дверь деньги я отдала. Это что такое? Убирайте. Администрация, убирайте. Убирайте. Пожарная часть, убирайте. Я напишу жалобу. Если не уберете, не снесете эту стенку, я буду писать жалобы. Или я тоже поставлю стенку, как все ставят. Посмотрите, второй этаж какой чистый. Они не сидят на лавочке, никого не перебирают. А наши, извините, с первого этажа все сидят на лавочке и всех обсуждают и перебирают, кто как живет, кто у кого отсосал, кто кому пришел. Ой, какая чистота здесь! Ой, после моего видео убрали бычки, да вон за листвой запрятали. Раньше такого во всяге не было. Не было. Я вам говорю, посмотрите, как второй этаж живет. Вот мне сказали, я позавчера сняла, и мне подошли, говорят, у нас даже дядь Вова моет. На втором этаже соблюдают. Никто не рисует. А у нас одни воры в законе живут. Ага. Кто они такие? Хозяева нашлись. Убирайте стенку, администрация, пожарники. Вот иду мусор. Сейчас мусор вынесу. Вот. Объявление висит. Ой, лежит. Собираются, скидывают, пускай нанимают или сами убирают этот трипер. Ну и что, что собаки? Ой, а капсулу что-то не поставили, гляньте. Я думала, капсулу поставили. Ой, ну зато гляньте.
Зато, гляньте, и людям ходить теперь хорошо, и машинам ездить. Вот Зелетовские. Видите? Ну, это еще помойка не приезжала. Еще не приезжала помойка. Вот, видите? Теперь хорошо, и жители выкинули помойку. И такие пойдут здесь. А я иду такая вся Дольче Габбана. И водителям хорошо ездить, дырки нету. Вон Ларискина помойка стоит. Там и крысы я видела, бегала. Какие-то тарелки стоят вон у нее. Оня, не хочу подходить, у меня голова болит. Вон. Видите? И все. Ладно, пошла я. О, погода. Ну а что, не нравится, потому что, что я снимаю и правду говорю. Я вам еще говорю, Николай Николаевич, администрация, у нас на втором этаже чистота. Сами, вот я сняла видео, я сам, ко мне сами, я не буду выдавать людей, ко мне подошли. Оль, мы, говорит, на втором этаже, у нас не рисуют, никто ничего, и у нас чистота, и полы моют сами. Даже, говорит, дядь Вова, говорит, моет полы. Гляньте, за мной побежал. Жрать хочет. Завели кошек. Гляньте. Убирайте. Убирайте эту стену. Мне это не устраивает. Я тоже здесь живу 32 года. Убирайте. Незаконно. Видите, все переломали. Гляньте, гляньте. Ага. И курят, и дерутся здесь. Все. Я все, ребят, снимаю, и у меня все в Ютубе. Драки, курение. Это что, сказать нельзя им? Им нельзя никому здесь сказать. Они такое лицо отворачивают, как будто я к ним домой пожрать пришла. Самые крутые, как будто. Угу. Что это, я что ли сделала? Хорошо, что мои внуки здесь не живут. Я вчера у своих внуков была, вот квартира 76 квадратов. Квартира на втором этаже купил. Вот эта квартира. Молодец. Не дай бог кому сюда. О, кошка, видите, кошка лазит. Убирайте перегородку. Убирайте, мне это не надо. Все друг друга хозяева. Все. До встречи в эфире.